Где фантазия, блин? Же, у меня все показывается. Вся классная гифка, я знаю, здоровник. У меня, между прочим, все показывается. Почему вы нифига не видите? Это уже другой вопрос. Во, показалось. Очень странно. С третьего раза показалось. Ну да ладно, бывает такое. Так, вот она моя арена. Фух. Текс. Да, сегодня, возможно, мы еще будем создавать другой мир. Угу. Ау. Больно, между прочим. Сегодня мы, возможно, будем создавать другой мир, чтобы в этом другом мире нафармить себе в джунглевом данже нормально так ловушек. Чтоб не как обычно. Ага, вот мой проход. Секундочку. Уи. Прикольно. Так. Значит, ставим гидру. Вызываем фоллоуера. И продолжаем закапываться. Собственно, неинтересная террария продолжается. Сегодня надо будет закопать много всего. Много вот здесь вот. Так, гидру надо только повыше поставить, я так полагаю. Оп. Текс. Вещи. Значит, ать, оп. Это специально для закапывания. Ать, оп. Так, и начинать с самых с глубин сознания. Не, закапывание работает хорошо, да. Я уже забыл, что у нас оно на самом деле весьма неплохо работало. Главное, мышкой водить правильно и кьюшку держать нажатой. И, в принципе, нажатая кьюшка дает очень быстрое закапывание всего. Так же, как и артефактики, которые во мне сейчас находятся. Полезная вещь. Ой, я немножко умираю. Это бывает. Кью, к сожалению, только закапывает слева, направо. То есть то, что у меня вот сейчас около меня было, к сожалению, оно как бы, ну, не считает важным закапывать. Это основной минус, пожалуй, кьюшки. Даешь синюю надпись геймплей. Да не, не обязательно, я думаю. Блин, это надпись геймплей, вот понимаешь, в Майнкрафте это одно. А в Террарии она, блин, сильно мешает все-таки. Всякую же нибудь Мунлорда прошел, да какой, брось. Я один раз попробовал, меня Мунлорд так поимел взад-назад, что я пока забил на него. Здорово, типочек. Что со мной не здороваешься? Я не видел. Что ты написал? Ребят, я же не могу здороваться или видеть вообще все. То, что с вами не поздоровался стример, поймите, это нормально. Это может быть не так приятно, но это нормально. И писать «Алло, чё ты со мной не здороваешься?» — это, на самом деле, очень грубо. Потому что вас-то много, а я один. А ты далеко не VIP, чтобы вот именно наезжать на то, что я с тобой внезапно не поздоровался. Будьте людьми, ребятки. Это полезно. В жизни помогает быть людьми. Ты уже нашел связующую часть для артефакта? Для какого? Четырека шаг? В смысле 4К? 4К чего? Если ты про изображение, то нет. Изображение на... Фулл, что-то там... ХД на дохрена. 1920 на 1080, короче. Изображение я в ОБС-ке поднял. Кстати говоря, блин, наверное, из-за этого у меня FPS просел. Я же ОБС-очку себе поставил. У меня раньше было масштабирование на 1024 на 768. Вот. А так как я, собственно, конфигурацию компа поднял, я и ОБС-ку поднял. И теперь ОБС-ку у меня 1920 на 1080 показывает. Full HD это, по идее, называется. Full HD на дохрена. Вот. Поэтому... Качество изображения должно быть получше, и лагов должно быть, по идее, поменьше. Я пробовал еще 60 FPS делать, но, блин, когда у тебя в CS 200 FPS, потом ты делаешь в OBS вместо 30 60 FPS, у тебя в CS становится 50 FPS, это немного странно. Я не знал, что OBS только FPS может жрать. Жрять, жри его. Видите, как хорошо иметь около себя эти споры? Враги пытаются со мной спорить, ну, как бы, их спор со мной очень быстро заканчивается. Прикольно.
который улучшает скорость строительства и так далее. А, нет, этот артефакт связующий, он должен быть у странствующего торговца, понимаешь? А я его еще банально не встретил с этим артефактом. То есть мне остался, да, один последний артефакт, но он у странствующего торговца. А я же не играл без этого, без вас-то, ребят. Я в Террарию чисто на стриме сыграю. Вот, поэтому у меня как бы не было ни времени, ничего, чтобы его найти. Немножко себя замуровал. Бывает. Интересно, я до самого доверха могу? Не, не могу. Ну, почти до самого доверха, кстати говоря, неплохо. Так, продолжаем закапываться. Гидра, работай. Я пока буду продолжать строить. Так, споры шагом быстро пересекаются спорами. Угу. Угусеньки, блин. Вот видите, например, уже наверху неплохо мобы респаются. Я еще лаву не разлил, поэтому они респаются и наверху, и вот здесь вот. Но мобы по-прежнему продолжают респавниться в нижних пещерах. И это как раз именно то, что мне не надо. То есть, ради чего я весь этот бред делаю? Огромный пласт ручной работы. Ради того, чтобы у меня мобы респались только наверху, а никак не внизу. Максимум, что я могу себе позволить оставить внизу, это... просто пласты вниз идущие. То есть банальные трубы, где нету никаких зацепок, чтобы зареспались мобы. Да и то не факт, потому что там могут респаться летучие мыши. Летучим мышам не обязательно этот земля, да, чтобы зареспаться. Они в воздухе респаются совершенно спокойно. Так же, как и виверны. Немного, блин, все-таки очень странно, эта кьюшка работает. Так, бип-бип. Я думаю, я сейчас закопаюсь с самого верха, потом перейду на низ. Так. Пынь, 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 пынь. А я не дотянусь? Не дотягиваюсь. Ну ладно. Так, гидра за меня, в принципе, все сделала. Теперь вот тут вот надо раскопаться. Блин, этот чертов цветочек урон в сотню мне наносит. Охренеть можно. Так, здесь теперь. Слава богу, меня иногда мой фолловер убивает. Но только иногда, к сожалению. Слава богу, что убивает, к сожалению, только иногда. Теперь внизу надо это все дело закапывать. Слава богу, пласты-то здесь уже были. Но закапывать все равно приходится очень много. И закапывать надо, ну вот, примерно до сюда. Я не уверен, будут ли вот здесь вот конкретно мобы респаться, да? Но вот хотя бы вот посюда я хочу весь пласт закапывать. Сейчас, когда будет FTL? Света, когда я захочу, не принимаются. Ну, тогда такой вопрос не принимается, окей. Кстати, шаг, нашел две интересные картинки про самые хайповые и не хайповые игры года. Могу скинуть. Да какой же Тархунус, хочешь, кидай. Я, собственно, ну, хайповые, не хайповые, как-то пофигу. В принципе, игры, которые появляются в Стиме, в большинстве своем известны, да? Даже если самая-самая-самая низкая инди, о нем инфа-то есть. Кстати говоря, неплохо выбил этот... Тара-та-та-та... Колчан еще один, вот, вспомнил слово. Так, хрю. Хрюка, мне надо еще камня. Спасибо. Очень удобно, хрюшка, блин, эндер-сундук переносной. Крайне удобно. У меня почему-то я перестал грузить стримы. У меня сегодня такое с утра было. Мне оперу пришлось переустанавливать из-за этого. Потому что опера просто перестал грузить реально стримец. Так, плюс-минус. Ну, смотрим, да? То есть высота, на которой я буду стоять, она находится вот здесь. И в принципе мобы, ну вот где-то вот до сих пор могут респаться. Вот здесь уже вряд ли. Это все-таки слишком низко будет. А я себе границу поставил вообще выше. Чуть-чуть буквально. На своего персонажа выше, да, на три блока. Поэтому можно закопать вот здесь вот все.
пока у меня кьюшка все это дело копает. А все остальное оставить. О, лида, прикольно. Лида нужна. Лида это полезно. Вот здесь вот не оставить вообще ни хрена. Камни на камне не оставить, как говорится. Так. Оп, оп. Найс. А остальное закопать? My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, проводим прямую. Он, к сожалению, закапывает немножко, ну, дальше, чем я рассчитываю, конечно, но ладно. Очень странная кьюшка, вот правда, крайне странно закапывает она. Ей надо то ли четко указывать, что мне надо закопать, то ли... Вот видите, я просто на своего персонажа указываю, и она закапывает все, что вокруг. Причем неважно, как это вокруг расположено. Крайне странно, но при этом оставляет какие-то дырки. То есть я не понимаю эту кьюшку, блин. Так, выбрался, окей. Так, хорошо. Здесь закопано. Так, продолжать надо где-то тут. Мне вот так вот просто по прямой идти дальше до пещеры, которые у меня справа есть. Справа наверняка будут еще пещеры, то есть не только те пещеры, которые я вижу, мне надо закопать, да? Которые пещеры еще правее, одни тоже нуждаются в закапывании, потому что там тоже будут зарезаться монстры, к сожалению. Так, но пока закопаем вот эту вот здоровую хрень. Причем, да, мне веревка здесь будет очень сильно мешать, поэтому ее надо тоже срубить. Так, найс. Кстати говоря, оп, так лучше будет. Кстати, Шак, ты выбил обсидиановую розу? Не, Антон, не выбил до сих пор. Да я как-то, честно говоря, я особо не выбивал. То есть я попробовал пару раз в ад, так, знаешь, минут на 10 смотаться. Не получилось. Сказал ок, и пока забил на это дело. Естественно, хочется. Сегодня надо будет тоже постоять, попробовать поубивать. Хочется уже попробовать с помощью лавовой ловушки пережить тыквенную луну. Конечно, очень хочется попробовать. Но что-то вот как-то по поводу выбивания, не знаю. Мне даже этот колчан прокнул второй раз, а вот... Не прокает тут, и все, обсидиановая роза. Обиделась на меня, наверное, что я ее удалил. Кьюшка ставить, отпускать приоритетную сторону. Кьюшка ставить, ломать приоритетную сторону мыши же. Эрагон, не совсем так здесь. Тут не приоритет в сторону выше, в сторону мыши. Здесь очень, то есть по поводу строительства, по поводу ломания, да. По поводу ломания приоритет в сторону игрока только, а не мыши, да. То есть куда у тебя игрок направлен, куда я бегу? Вот, или нет, или все-таки мышки. Наверное, все-таки мыши будет. Да, все-таки в мыши. Вот. А по поводу именно строительства, ни хрена подобного, блин. Здесь нет четкого, понимаешь, если бы она застраивала все, что, где я не нахожусь, тогда ок, вопросов не было бы. Но у нее какой-то свой разум. Она строит только там, где ей хочется. И если я укажу мышкой, где строить, то она будет там строить. А если я внезапно не укажу, вот, например, вот, видишь? Вот я не указываю мышкой чуть дальше, и она не заполняет тот маленький отрезочек, который, по идее, она должна заполнить. То есть вот в этом главный прикол. Я не знаю, как это, блин, строительство работает у нее, но ладно. Обсидиан рост снижает урон... Да, я знаю, ребят, я знаю, не волнуйтесь. Фишка в том, что на основе... То есть шипы пофиксили, да? С помощью шипов тыквенную луну уже не пройти, потому что шипам дали какой-то, скажем так, низшую цель урона, что ли, как это еще объяснить, я не знаю. Короче, шипы считаются отдельным уроном теперь. То есть меня тыквенно, короче, через шипы совершенно спокойно пробивал. Вот, через лаву вроде как Антон, по-моему, проверял, и мне Антон написал, что через лаву вроде как не работает это дело. То есть лава считается таким же уроном, который наносит атаковинный король. Однако лава вызывает поджигание, это раз, и лава наносит куда больше урона, чем шипчик, это два. Выход один, попробовать нивелировать урон от лавы регеном. Урон от лавы, урон от поджога нивелировать исключительно регеном. Как это случается? Это может быть при помощи обсидиановой розы.
камня регенерации, когда я стою на месте и бешено регенюсь, да? И, например, этого. Та-ра-та-та-та. Амулетика, естественно. Амулетик, регенчик свой собственный. Зелье регенерации, без него вообще никуда не пойдешь. А если я не буду получать урон от лавы, то есть полностью нивелирую, допустим, с помощью зелья обсидиановой кожи, то мне, собственно, у меня вся идея сойдет на нет, потому что мне же надо получать как раз урон от лавы и не получать урон от тыквенного короля. А я не буду получать урон от лавы, значит, я буду получать урон от тыквенного короля, а мне это нахрен не надо. Понимаете? Понимаешь. Ты ушел, а я пришло. Так. Значит, мне надо закопать здесь где-то вот так вот. Иногда ему приходится самому показывать, где копать. Иногда он сам сролит. Черт его знает, как он действует. Короче, странный контрол, ну ладно. Так. Я думаю, то, что я одну клеточку оставляю, там моба-то не зарезкуется, это всего одна клеточка. Одна клетка ничего не значит, фактически. Благо, одноклеточных организмов здесь нет. Хотя хрен его знает, может там червяк может зарезать, потом черт его знает. Так, вот теперь все под собой надо закопать. И просто выводить себя из этой дырки. Так. Обратно камень. Шипы максимум 3 работают. Не, Эрагон, они вообще не работают. О, Порз пришел. Здорово, Шпиль, здорово, Порз. Так, это я объяснил, окей. Как сделать обводки у курсора? Это все в настройках есть. Ты залезаешь в настройки. Ах, я помнил, а. Видео, Generals. Не-не-не, это из меню надо сделать, по-моему. Да, это из меню, из главного ты делаешь. Ау. Ты залезаешь в настройки в главном меню, там есть настройки именно курсора. И ты ставишь курсор таким, каким ты хочешь цветом, и там же можно поставить обводку. Я сделал себе курсор темный, обводку светлую, чтобы видеть его и в темноте, и на свету. Вот, собственно, ставишь какую удобную. Хочешь поставить, я не знаю, красно-черный, хочешь поставить светло-зеленый с розовым. Хочешь поставить просто розовый курсор с какой-нибудь обводкой еще. Не суть важно. Это все делается из главного меню, там есть в настройках. Так, выбрался. Шикарно. Так, по-моему, им снова гидры не хватает. Гидра. Я случайно ХП выпил, не обращайте внимания. Да не что. Не обращайтесь. В отличие от шипов, лава не будет продолжать наносить урон, когда пойдет урон от тыквенного. В смысле? А, ты имеешь в виду... Ну, это-то да, но, блин. Я же не хочу, чтобы у меня от тыквенного короля вообще урон пошел, да? Как факт. Я буду очень надеяться, что я сумею все это дело нивелировать. Потому что если мне урон от тыквенного короля пройдет, и три раза, по-моему, в расчете на мое ХП, да, то я как бы умру. А мы все с вами знаем, что случается, когда в тыквенную луну я умираю. Во, вот эту сейчас дырку придется закопать. Несмотря на то, что она вроде как небольшая и там мало воды, но мобы в ней будут респаться, причем весьма активно. Поэтому, к сожалению, эту дырень тоже надо будет закопать. Давай, закопай все. Так, пока я ее не закопал совсем, мне надо пробиться сюда и сюда. И закопать вот это все. Ну, там справа еще летучая мышь есть. Я не знаю, правда, это, то есть справа дырень, она уже достает до моего основного спауна или нет? Это большой вопрос. Но если есть, то лучше, конечно, закопать. Блин, как меня бесит эти цветочки, которые могут в меня совершенно спокойно стрелять. Это просто фырь. Мне надо будет, наверное, из тыквенной луны забрать нафиг свои ловушки, потому что мне сейчас все ловушки понадобятся. Так. И это начинает раздражать. Сейчас
пока моя змеюкса изволит их убить. Вот представляете, стоите вы такие на фармплейсе, и тебя просто вот так вот по сотне вжаривает цветочек. Неудобно от слова совсем. Так. Окей, на. Здесь все закопали. Найс. Хорошо. Так, давай. Сейчас, если вот он будет, собственно, летать вокруг. Давай, летай, летай, летай. Летай, ну давай, малыш. Ну, ё-моё. Наверное, все-таки придется вот здесь вот снизу вырубать пещеру. О, и здесь еще пещера. Вот ее тоже надо будет вырубать. Интересно, кстати говоря, пещера с топазиками. Топазовая пещера. Вкусняшки еще никто не отменял. Да, не нужны, но все равно. Приятно. Просто банально приятно найти такую огромную топазовую пещеру, в которой будет много топазов. Ваш капитан. Ну вот, собственно, добывал. А теперь можно закопать все это дело. Если напрыгнуть на кого-то в слаймовом манте, ты получаешь 7 тиков неуязвимости. Если прыгать на даме и поставить один блок над собой, то получается такая машина неуязвимости. А для меня это слишком сложно, Шпи. Для моего понимания особенно. Здорово, попочка. Конечно, я проверял на солярных мобов, и у меня проблемы с постройками ферм. Предпочитаю сражаться лицом к лицу, конечно. С тыквами получается кайтинг-симулятор. Блин, для кайтинг-симулятора надо, собственно, ну, во-первых, уметь уклоняться, а во-вторых, иметь желание всю ночь бегать взад-назад обратно. Причем, ну, сначала не только от тыквенного короля, да, но и от обычных мобов тоже. Честно говоря, мне это очень сильно не хочется делать, потому что я рассчитываю убивать как можно больше мобов. То есть не бегать от тыквенного короля и убивать его, как только это, ну, то есть возможно станет, а просто убивать их по КД. Много, всех, одновременно. Именно для этого строятся арены, на которые ты должен стоять и в ус не дуть, а мобы вокруг тебя должны умирать. Это максимизация убийства мобов, вот и все. И, собственно, я так хочу уметь такую аренку вот делать. Но так как разрабы, собственно, узнали про эти аренки и решили, что, блин, это же читерство. Мы не хотим, чтобы ребята сражались вот так вот с нашими аренками, с нашими волнами. И, собственно, убрали шипы, поэтому надо вот придумывать новый способ выворачиваться. Так. Я думаю, я эту воду слева обойду. Слева обойду и слева же зарою ее. Это будет куда удобнее. Так, деф-метр. Зашибись. Глубинометр еще. Так, окей. Собственно, по поводу ресурсов, которые могут быть на этой ферме, да? Вы видите, сколько наверху ресурсов, просто потому что я тут мимо проходил так. Просто я в это время делал. Раскапывался, а у меня здесь там гидра убивала мобов. И вот, собственно, лут, 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 лут. Это прикольно. Так, значит, что нам надо? Нам надо пробиться вот сюда, вот. Так, и закопать это тоже все к чертям собачьим. Опять? Серьезно? Уйди. Вот видите, в чем ее проблема? Почему иногда делают... глубже, вот то, что я сделал, вот это вот, да? Почему иногда больше ее делают? Потому что если я буду стоять ниже, то как бы этот цветочек все равно будет меня бить, и мне будет очень больно. А я цветочку сделать ничего не могу, потому что он будет внизу, в земле. В этом проблема. Вот, например, сейчас, видите, он в земле. Все, ему ок, а мне не очень. Так, там еще один червяковский ко мне ползет. Прикольно. Червякович. Иди сюда. Спасибо. На халявные червячки. Чтобы этого... Та-ра-та-та-та... Рыброна, блин. Рыброна вызывать. Я так полагаю, что мне его придется вызывать не раз и не два, прежде чем я его смогу нормально убивать. И еще надо будет построить хоть какую-то малейшую аренку в океане. Там хотя бы в 3 высотой, да? Как я на Плантеру, собственно, строил. Только на Плантере у меня было 7 высотой, а на океане будет 3 высотой. Чтобы мочь нормально кайтить именно Рыброна. Что происходит-то? Порс, я аренку строю. Происходит террария и происходит строительство аренки в террарии.
Я ее начал на прошлом стриме строить, и сейчас, собственно, продолжаю это дело делать. На прошлом стриме, видишь, я вот это все раскапывал нафиг. Сейчас я все зарываю то, что внизу, то, что где могут мобы респаться. Дальше я сделаю себе здесь мини-комнатку такую, совершенно мини. И фармить, то есть еще ловушки расставлю по краям. И будет фарм душ, будет фарм червяков для реброуна, для того же. Это то, что нужно. Арена изначально была для фарма именно ребронуских червяков. Вот. Но так как я в свой первый раз, когда я ее делал, я построил ее в теневом биоме, я понял, что за минут, наверное, 10 стояния на такой аренке я могу порядка сотни душ заработать. В принципе, для фарма душ это тоже выходит весьма некисло. Вот. Так. Ща мы это дело выровняем. Все-таки... Не, все-таки странно этот курсор работает. Очень странно. Так. О, секунду. Эй! Блин, его просто убило. Так, выравнивать мне надо вот по сих. Здесь мы делаем проходик. И, собственно, здесь тоже делаем проходик. Пускай у меня мобы, если уж заходят, то сюда проходят. Не суть важно вообще. Так, на один верх только надо еще делать. Вот так вот. Так, теперь мне нужен мад. Ну смотри, пока я строю, я заработал 76 уже, да? Этих. Душ, которые я могу потратить, чтобы делать мимиков, а мимиков, чтобы заработать голду. А зачем тебе душ и дроп? Голда. Голда, голда, голда. Деньги, 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 перековка. Все во имя любимых золотых. А, так, сюда. У меня, по-моему, где-то в этой свинюшке мат должен быть. Да, вот он, мат-блоки. Так-с. Отлично. Оп-оп. Туру-ту-ту-ту. Наверное, рано я все-таки закопал, мне еще туда не раз свалиться придется, ну такое. Так, здесь тоже. Кстати, лишнего сделал немножко. Здесь надо вот до сих пор все выравнивать. Так, и мад. А где мой мад? Где мой мад? Вот он. Так, тоже выравниваем. Хорошо. Так-с. Теперь, собственно... Вот. Теперь, собственно, аренка у меня практически готова. Осталось только внизу захреначить. Значит, осталось центр, во-первых, найти, да? Вот я плюс-минус на ее центре нахожусь. Да? Ну, плюс-минус центр, да? То есть вот здесь вот у меня будет проход. Проход именно для меня и только для меня. Отлично. Это один из тех, знаете, самых безопасных проходиков, которые вообще будут на этой арене. Если меня только не будут убивать, ну, вот эти вот мобики. Стреляющие. Так. Найс. Теперь что, в принципе, ресы я отсюда собрал, можно уже сваливать отсюда нафиг. И мне нужны теперь ведра лавы. Валим. Основной этап строительства завершен. То есть вот именно сама по себе арена, она у меня готова. Так, поясню популярно фразу «Шпи». Когда на слизни падаешь на врага, ты наносишь урон и уходишь в неуязвимость. Из этого предложение такое. Поставь манекенов для битья, по которым урон обычно проверяют. Поставь в потолок, сесть на слизня и прыгнуть на манекен. Так постоянно падай, на него будешь неуязвим. Лень. Неужели вам не лень это будет делать? Вот правда. Я хочу... Ты не понял. Мне надо стоять на месте и стрелять из пушки. Прыгая постоянно взад-назад обратно, я не смогу нормально стрелять из пушки. У меня же пушка наносит один, ну, совершенно урон. Не я. Основной урон мой будет наносить именно пушка. С ядрами. My God is that amazing. Спасибо за фоллоу.
Так, эту хрень мы всю продаем. Так, 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 так. Камешки пока. Так, лизард брики мне еще понадобятся. Я уж подумал, я их продал, я подумал, что я идиот. А на самом деле не совсем. Угу. Так. Квикстак. Квикстаки закончились, квикстаки больше не принимаются. Окей. Так, туточки у нас. Где мои драгоценные камни? Странно, что сюда не застакался аметист. Реально странно. Так, хорошо. Теперь чем? Мне надо, значит, организовывать что? Мне нужны ловушки. Мне надо поставить 20 лизард-бригов недалеко. Мне нужны ведра с лавой. Вот что мне надо с самого начала. Мне надо сделать так, чтобы по бокам сначала не респались мобы. 12 ведер славы. По идее, даже 12 ведер славы должно хватить, я так полагаю. Ловушек у меня спиртрап, супердарт. У меня ловушек просто неимоверно мало. Жесть, насколько мало ловушек. Да, действительно, мы с вами создадим еще один мир и снова пойдем в джунгли и храм искать ловушки. Шаг, там низкий потолок, а сейчас тебя урону побольше, чем с пушки идет. Антон, давай сначала. Я просто хочу попробовать славы. Я понимаю, что да, низкий потолок, да, можно прыгать, получать неуязвимость. Хочу сначала попробовать так. Хм. Так, значит, чатик почитал, погнали обратно на ферму. Мне надо разлить лаву, мне надо поставить 20 лизард блоков. Грибасы. Неприкосновенный запас грибасов. Жалко, что так идти далеко. Надо будет попробовать выбить летающую тарелку и все-таки сделать себе нормально телепортеры везде. Проходики, телепорты, все дела там. А пока на аренку придется именно так вот пролетать. Как фанера над Парижем. Так, окей. Теперь чем? Значит, мне надо здесь... Оп. Разливать лаву, но при этом мне надо сделать вот такой вот... небольшой заборчик. Так, так. Значит, мне надо по 6 ведер лавы, по идее, на каждый, да? Так. Подойдите, пожалуйста, позже, я сейчас очень занят. Еще один червяк. Так, смотрим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ведер надо будет. 6 ведер будет не хватать. Хреноват. Надо откуда-то еще лаву взять. Так, ладно, по крайней мере, там мобы больше респаться не будут. Это закрыли. Так, теперь здесь вот. Интересно, может 5 хватит, а? Раз, два, три, четыре, пять. Может этого хватит, а? По идее, соединилось, по идее, не исчезает. Возможно, даже хватит. Так. Боже мой, ну и баннеров у меня теперь уже. Да, соединилось, да, нормально. Можно вот здесь вот баннер... Не, баннер надо рядом с собой вешать, естественно. Вау, это ж мимик, ё-моё. Что-то когда я в тупую на мимика пошел прям вперед в атаку. Не учел, что это мимик, да, действительно. Святой мимик зарезался, забавненько. Так, еще один червяковский. Еще один маунт единорог. Угу. Вот чтобы не бегать вот так вот, как умалишенный взад-назад обратно, да, убивая мобов. Это за меня должны делать ловушки. Так, все. Значит, теперь... рязь. Fly knife. Угу, окей. Мили дэмэдж. Просто метательный нож на мили дэмэдж. Так.
Illuminati Bat. Значит, теперь мы делаем раз, два, три. Ага, глупо сделал. Так, вот так вот. И вот так вот. Хорошо. Теперь раз, два, три. Ууу, я идиот, я идиот, я идиот, я идиот. Нет, не выливайся. Да жопа! Я очень близок идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так. Слушай, убей эту мразь, а? Достала. Так. И, собственно, что мне надо? Лизард Брикен, да. Раз, два, три. Эх, на лаву вот уже не ставится, блин. Да реально обидно сейчас было. Так, 10 я поставил, окей. Сейчас лаву я солью. По идее, она должна слиться вся вот сюда вот. Да, вот. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 20 лизард бригов. Но еще больше ускорение респауна мобов. И это хорошо. Эх, здорово, Тайгер. Текст. То дурацкое чувство, когда пока не смог обработать процесс сборки циклопа, и все придется развивать сначала. Ну, сочувствую, номер. Что я тебе могу еще сказать? Я могу сказать, но нет, ладно. Нет, видишь, как тяжело, когда вокруг вот эти долбанные растения респаются? Так. Теперь что? Мне нужно будет место под стол. Это место будет вот здесь вот. То есть, я не знаю, у меня земли немного выкопано, вот, да. То есть вот тут вот. Это место будет под столик с, естественно, Blue Candle, который мне нужен, да? Тоже для ускорения респауна мобы. Ну, в принципе, уже неплохо. То есть вот они, мобы респаются по краям. Вот у меня червячки, которые должны ко мне подходить. И их убивают очень сильно, сволочи. Слушай, если это пофиксили, это будет вообще обидно. Аренка останется только бегательной. Не, вот червячок. То есть, по идее, эти червячки должны просто ко мне подходить. Не убей червячка, не убей червячка. Вот эти жуки почему-то червяков теперь убивают. Раньше такого, по-моему, не было. Это очень странно. Фишка в том, что червячки должны были доходить до самого до меня. И падать ко мне, а я их ловлю. Вот и все. Так, ладно, соберем немножко лутика. Немножко лунтика собрал. Еще 60 душ, прикольно. Так, валим обратно. Квикстак. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, это у меня все идет на продажу. Скелетон Арчер тоже на продажу. Так, отсюда это на продажу, на продажу, на продажу. Лизард Брики только не на продажу, я их пока у себя оставлю. Они мне могут ЕХП пригодиться. Оп, хорошо. Так, теперь, собственно, продаем вот это вот все вообще на свете. Так, квикстак. Три платины. Not a bad. Шаг, этот летающий нож летит куда ты захочешь, только зажми. Прикольно. Окей. Найс. Значит, теперь дело за ловушками. И, к сожалению, у меня ловушек очень мало, поэтому что мы делаем? Мы делаем вот так вот. 7 exit. Дальше синглплеер. Я... Новый мир. Небольшой мир, это точно. В большом задолбаюсь я искать храм джунглей. Я думаю сделать, попробовать маленький в эксперт моде, обязательно. И видите, я теперь могу выбирать, Corruption или Crimson у меня будет. Давайте Crimson выберем. Так, Sunbind. После того, как у меня появился один мир, в котором уже есть хардмод, и в котором я развился достаточно, теперь я могу выбирать, Corruption или Crimson у меня будет. Ну, в следующем моем мире. Это очень прикольно.
Это хорошее обновление они сделали. Потому что вот пересоздавать миры и ждать, пока тебе выпадет именно Corruption или именно Crimson, это прям, да, это не очень. А так у тебя тёп, и сразу все понятно. Та-дам! Маленький мир готов. Собственно, Штомс. В чем прикол маленького мира? Маленький мир, значит, что он, ну, очень маленький. Ну, вот совсем маленький. То есть, с помощью крыльев я могу совершенно спокойно добраться до летающего острова. Допустим, если я его где-нибудь здесь, ну, найду, да, если он рядом со мной будет. Я уже в космос, видите, ухожу. То есть, вот. Вот это уже космос. Вот настолько вот это маленький мир. Значит, что мне сейчас надо? Мне с самого начала надо, естественно, найти просто храм джунглей. И его расхреначить. 200 пикакс... Так, я идиот, походу, да? Походу, да. Такс. 7 exit. Синглплеер. Я сюда. Я, по-моему, свою копалку не взял нормальную. М-м-м. Где моя копалка? Я, честно говоря, даже не в курсе, куда я эту копалку положил. Хм... Стоп, она не наверху среди сокровищ? Так, это она? Лазер дрил. Вот, 230 пикакс пауэр, да. Вот это вот хреновина мне нужна сейчас будет. Вот, теперь не идет. Теперь можно выходить. Save and exit, да. Синглплеер, я сюда. Вот, теперь не идет, теперь все нормально, теперь можно бежать, собственно. Искать сначала джунгли, а потом искать в джунгли храм. По идее, джунгли маленькие, поэтому храм, да, тоже будет маленький, но его будет легко найти. Храм распи-пи-пи-пи-пи, и, собственно, забираем с этого храма все ловушки. Так можно повторить два, ну, может быть, три раза. Чтобы набрать себе достаточно ловушек, мне нужны огненные ловушки, сильно. Мне нужны дарты, ну, обычные стреляющие ловушки, тоже сильно. Шипастые или ловушки копья мне уже, собственно, не нужны особо. Тю-тю. Тю-т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 ю
Так, где джунгли вниз уходят? По идее, в джунглях должна быть, вот просто обязана быть обязательно, вот, типа такой вот дырки вниз. Которую можно сразу прокоп осуществить, биби. Да, расслабляться не стоит. Хардмод не хардмод, но тем не менее, я же в эксперте до сих пор. Поэтому джунгли в эксперте, они все равно как бы опасные. Так. И мне, собственно, надо прочерчить эти джунгли и найти джунглевый храм опять. Я сейчас просто на ололо по дыркам ползаю в надежде его найти. Вот, а по сути, хрен его знает, где он будет. Ай. Он может быть абсолютно где угодно в джунглях. Даже в смол-мире джунгли достаточно приличные, чтобы потратить, ну, много времени на поиск этого храма джунглей. Правда, много. Так, ну-ка. Да, рея вниз. Здесь можно прокопаться хоть до самого до ада, а потом наверх искать, собственно, выходы. Чтобы смотреть, где у меня будет храм. Хрям, хрям, хрям. Хря... О, я вижу C4. Хм. Ну-ка, а где это C4 расположено? А, вот она, вижу. Окей, тихо. Тихо, тихо. Фух! Найс. Вот такая вот бесполезная C4. Кстати, тин ор мне не нужен. У меня в моем мире тина нету. По-моему, да, у меня купер, у меня медь. Так, вот, собственно, ад. Уже в ад пробрались. Так. Окей, пока что храма джунглевого нет. О! Блин, я не это хотел сделать. Жаль. Так.
Значит, намека на джунглевый храм я даже здесь где-то не вижу. Учитывая, что у меня пет, который летает вокруг, он может мне как-нибудь осветить джунглевый храм. Но даже малейшего намека я на этот храмик пока не вижу. К сожалению. Пойдем, попытка номер два. Что за крылышки? У меня спектральные крылья, Порс. Я извиняюсь, что редко в чат смотрю. Бывает такое. Был очень занят джунглями. Прям совсем крайне. Прикольный номер. Ты уже отвидишь? А, нет, Пор. О, кстати, вверху был летающий остров. Видели, да? Порс, фишка в том, что храм джунглей может быть достаточно близко к аду. Даже среди лавы. Даже в храме джунглей уже может быть лава на самом-то деле. Шаг, есть примета такая. С одной стороны джунгли, с другой данж и снежный биом. Да, я в курсе. Я и ждал. Если бы я увидел здесь снежный биом, а он встречается близко к твоим начальным координатам, я бы пошел в другую сторону. Я знаю это, да. Такс. Ну что ж. Давайте пробовать немножко только подальше. Вот где-то вот тут. И просто прокапываемся вниз. У меня сейчас мой пет будет летать вокруг, да? И, собственно, пытаться мне показывать все, что в округе находится. Возможно, он засечет храм. Возможно. Главное смотреть, где он летает, да? Смотреть, засечет, не засечет. Освещает он достаточно прилично территорию вокруг меня. Поэтому с его помощью шанс найти храм в джунгли весьма-весьма повышается. Ну и где он встал? Где-то встал просто. Жаль. Так, я что-то не понял. Так, давайте сделаем вот так вот. И вот так вот. Все, вызвал его обратно. Давай, летай вокруг меня. Он не летает вокруг меня, он стоит на одном месте, около меня. Он жопа, а? Филонет. Филонеж. Пока я, блин, к сожалению, не уперся ни во что твердое. Это большой минус. Потому что, по-хорошему, я должен убереться в твердое, это именно храм джунглей был бы. Так, это уже ад у меня. Так, привет аду. Такс, смотрим. Ничего похожего на храм джунглей он не засек, да? Но учитывая, что здесь храм джунглей именно в таком мире может быть достаточно маленьким, по сути. Он может находиться где угодно вообще. Вообще где угодно. Так. Так. Попробую пробиться левее. Бип-бип. Так, ну и допу... Ох, ни хрена себе. Ого! Да. Вот это я понимаю лавового озера. Оп. Жесть, однако. Так я ничего не говорю, просто теоретически сказать, так, что я тут вижу. Я понял, окей, Порс. Я гранитного этого слышал. Угу. Можно зелье предчувствие выпить, и тогда в темноте ловушки увидишь. Интересная идея, в принципе. Можно даже, на самом деле, спелонки поушен выпить, и тогда в темноте я увижу эти... Как их обзывают-то, господи? Вазочки, которые обычно в храме джунглевом находятся. В принципе, идея интересная, я не спорю. Просто у меня сейчас этого зелья нет, к сожалению. Так, это вообще, блин, матка пчело. Матка пчело мне не нужна нафиг. Так. Ми. Вот, фух, зацепился. Так. Давай, давай, летай вокруг. Летай, летай, летай. Это что за рука зомби торчащая?
Так, стоп, что-то интересное уже. Ой, а что это такое? Armored Zombie Statue. Статуя зомби в броне, судя по всему. Пускай будет до кучи, собственно. А, Spelunky Potion, окей. Spelunky Potion у меня внезапно сделался. Recall Potion нет. Rich Mandragor Relief, Living Mahogany. Не Мандрагори, Махагани. Ну ладно, не суть важно. Короче, это для строительства и из дерева особого. Живучего дерева. Живого дерева, прям живее не бывает дерева. Опять же нет. Значит, я теперь, собственно, вижу, где у нас располагаются руды. А также, где располагаются ящики. И что-то как-то джунгли здесь вот уже кончаются. Это уже больше на конец джунглей подходит. Походит. Вы, если что, заметите, ребят, вы говорите, вы же знаете, я слепук. Поэтому, если вы сами заметите храм джунглей, вы не стесняйтесь, не стесняйтесь говорить. А то, возможно, я настолько слепук, что я его просто не замечу. Еще игры нужны, в смысле? В смысле еще игры нужны? Мне ли еще игры нужны? Ну, можно несколько, кстати говоря. Они в списке желаемых. На канале еще игры нужны? Да их вроде и так приличное количество. Здарова, Тар. Пожалуйста, поточнее задавайте свой вопрос. Так, ну вряд ли он так высоко был, да? Да, так высоко храм джунглей не бывает, это уже поверхность. Здесь снизу тоже, здесь снизу руд полно. Там, где руд полно, там не может быть храм джунглей. Потому что там руды вместо храма джунглей. Так, еще одна пчеломатка. Пчелоулей. Что мы имеем? Мы имеем расхреначенный в никакашку биом. Джунглевый. Blood Moon is Rising. Я всю жизнь мечтал. В принципе, данжик может быть где-то вот здесь вот в районе. И вот здесь в районе. Либо еще правее. Это надо прочекивать. Либо вот здесь вообще. Он у меня же маленький мир. То есть и сам данж может быть весьма маленьким. Хрен его знает. Но надо проверять. Погнали проверять. Пока спеланки полностью действуют, я, в принципе, могу видеть что-то как здесь вокруг. То есть, говоря, огромный улей только что был. Так, здесь не данж был, здесь был огромный улей. Выше вряд ли, ниже может быть. Да, ниже мотнемся. Ты что, читер, раз так долго летаешь на крыльях? Нет, у меня крылья хорошие. У меня... Ну, во-первых, то, что ты думаешь, что я постоянно летаю, если ты имеешь в виду то, что я поднимался на крыльях очень долго, да? Это просто уметь надо. Я крылья перемножаю с... с обычной атакой... О-оу, я сейчас утону. Я крылья перемножаю с... не с атакой, а с этим, с хватанием крюком себя. Сбазите! Я сейчас реально задохнусь, алло, ау! Дайте мне выплыть отсюда. Ужас. Я крылья перемножаю с... Да чё за хрень такая, блин? Я крылья перемножаю с обычным хватанием. То есть, когда я лечу наверх, я просто нажимаю Е в качестве крюка. И снова пробел. Е, пробел, Е, пробел, Е, пробел. У меня фактически крылья так и не кончаются. Шаг, попробую искать поправее. Я туда сейчас пробиваюсь как раз. Самому интересно вот сейчас правее поискать. Я не знаю, понимаешь, вот знал бы я, какой примерно ширины храм в малом мире, было бы намного легче. То есть можно было просто прямую, опять же, ту же самую. О, есть, вот он. Вот он, родимый, хорош, нашли.
Так, теперь в дело... Так. Это не надо. Это не надо. Нет. Айронора. На самом деле пригодится. Тинора мне не надо. Так, теперь мы берем вот так вот. Вот, собственно, настало время пробуряться в храм джунглей. Да. Я уже забыл, что здесь надо быть жутко осторожным. Так, сейчас будем вспоминать нашу осторожность, да? Аллилуйя. Так, смотрим. Здесь еще есть. Можно на самом деле вот так вот просто пройтись поверху, да? И поснимать нафиг все ловушки. Еще где? Так, наверху больше нет. My God is that amazing. Спасибо за follow. Только приземляться надо очень аккуратно, чтобы не на кнопочку. А то вот такая вот ловушечка, например, может испортить нахрен все веселье. Так, вот еще ловушечка. Ну вот, Super Dart Trap уже нарыли. Мне их надо в районе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мне их надо суммарно около 16. Super Dart только. Дядя Тонатор. Ты не мог его выбросить в мусорку из толпы? Не, ну в мусорку из толпы, это уже занятное предложение. Спиланки Potion. Окей, заодно и батареек наберу, чтобы хоть голема убивать в своем мире. Так, батаруйка. Золотой. Gold Bar. Блин, ну мне этих золотых слитков на самом деле просто охренеть сколько, поэтому... Не. Так, дальше смотрим. Что-то здесь как-то ловушечек вообще не очень, я заметил, да? Ну, то есть совсем не очень. Так, это Spiky Ball Trap. It's a trap. It's a Trump. Так, это Spear Trap'ы. А может быть, действительно надо создать большой мир. Большой мир, он, конечно, гораздо хуже с точки зрения изучения и нахождения этих ловушек. Но, блин, самих ловушек там будет гораздо больше. Потому что сам, ну, данж будет больше, банально. Так, стоп, я что-то пропустил. Так, это Spiky Ball. Вот Spiky Ball в прошлых в прошлом моем данже я получил очень приличное количество. Ау. Я слепук. Так, Dart Trap, окей. Угу, вижу. Еще три, найс. Здесь ничего нет. Хм, и вот она, собственно, дверь. Понимаете, то есть, насколько далеко дверь расположена? Эй! А почему враг может через дверь проходить, а я нет? Я тоже хочу через дверь проходить. Не, ну я тоже так могу так. Отёп. А, в него нельзя переместиться, точняк. Потому что я еще Плантеру не убивал. Окей. Вот почему... Чё это за бред? Почему они могут через дверь перемещаться? Я, между прочим, так не играю. Это охренеть какое читерство. То, чем я занимаюсь, нет, это не читерство. А вот они читеры. Охренели совсем так через дверь перемещаться. Ну и вот, собственно, вот вход, в который у вас сразу доступен, да? Доступна куча всего. И мало-мало-мало ловушек. К моему большому сожалению. Ау. Мани. О, Тасмит, здорово! Что комплектуем, то хоть. Я наконец вернулась из мультиков про кемонов. Такая муть. Такая моя муть. Спасибо за донат, Тасмит, здорово тебе. Так, save and exit. Ни одной, по-моему, флеймтрапы не было, да? Что комплектуем? Я уже собрался. Чек и ВК, короче, Тась. Чек и ВК и чуть-чуть промотай ниже. Здорово, Гестентер. Или Гестентер. Гестентер.
чекай ВКшку, мотай вниз, там, собственно, вся инфа моя есть. Что я нового обкомплектовал. Так, здорово, Йолос. Та-та-та. Нравятся ли тебе такие игры, как Blitzkrieg и Assault Squad, Man of War? Нет, я в них не играл. Не, в Blitzkrieg, по-моему, играл не очень. А Assault не играл.